Всем доброго вечера. Хочу показать. Вот идем в большой буфет сына. И вот у входа гипс. Смотрите, какая красивая масленица. А, супер. Платье такое. И ручки вот близко покажу. Видали, какая масленица? Шикарная. Ну, что-то вообще новое такая. Стилизованная масленица современная. Ну, вообще здорово. Все, заходим. Всем привет. Мы с сыном на ужине в любимом своем большом буфете. Как всегда, здесь шумно, гомон. Вот, очень вкусно мы покушали здесь. Блины, белорусская мочанка. Вот, очень вкусно. Сейчас масленица идет, и варенье, и сгущенка, и сметана, и все, что хочешь. Такое к блинам хорошее. Ну вот, народу поубавилось немножечко. Ну, все равно атмосфера здесь прекрасная. Так что вот на улице покажу, как у нас, какой вид тут у нас из большого букета. Ой, большого буфета. Крыши города видны, цветные. Ну вот, улица. Да, на крыше вот этого здания еще летний есть такой, летняя кафешка, тоже очень хорошая, очень приятная. Там тоже атмосфера, красивый дизайн такой. Ну вот, здорово, конечно. Ну вот, свет в кафе, да, вот дизайн. Очень важен. Ну, конечно, кухня тоже должна быть хорошая. Здесь вот очень вкусно готовят. Вот, и десерты очень вкусные. Наполеон. Вот я про Наполеон часто говорю. Здесь вот он один из самых лучших. Он такой необычный какой-то рецепт. И крем такой. Все очень деликатное, гармоничное, нежное. Все очень вкусно. Так что вот гродненцам я рекомендую. Ну вот, всем пока, пока, хорошего вечера.